22 февраля. Предпраздничный день. И снимаем, что же у нас интересного на рынке. Здрасте. Просили поснимать. Люди хотят увидеть, что интересно у нас на рынке происходит. Калий надо купить, вот очень больно. На 600. Что там, для чего? А так людям интересно, которые в Козловке уже не живут, посмотреть, что у нас на рынке происходит. Здрасте. Какие цены, да? Какие цены у нас? Люди просят, говорят, снимите, пожалуйста. Что у нас в Козловке? Ну, который давно не приезжает в Козловку. Ну да, и вы смотрите, да? Да, интересно же. Привет. Тем более сегодня, здрасте, предпраздничный день. С праздником. Вот. Вот такие колбасы нам привозит Татария. Вот такие вот цены. Не надо фотографировать. Что, яблоки нельзя? Конечно, не надо. А что, испорчены, что ли, нет? Испорчены, да. А, понятно. Сразу, серьезно, что ли? Не надо, не надо. А я и не знал даже. Здравствуйте. Здравствуйте. Гололед. Ты чего снимаете? Кино снимаю. Козловке особо ходить некуда. Только на рынок ходит, как музей. Здравствуйте. По 330 был хороший. Здравствуйте. Пошли вон туда. Масло сливочное. Такие цены. Ну он же и был. Давайте по 300 рублей. Считаем вам. 150 рублей. Ты что, А что снимаете? А, цены? Рынок? А, чтобы стабильно было. Нет, не стабильно. Люди посмотреть хотят. Здрасте. Зачем фотографируете? Зачем фотографируете? А что, нельзя фотографировать? Я 200 рублей. Баночка 100 рублей. Килограмм 200. А карпы почем? Карпы 180. То же самое, хоть карамышу, хоть здесь. А у вас какое?
Карамышева? Карамышева, да. А, понятно, хорошо. Он живый еще? Живые. Сегодня карамыш. Выловили, наверное. Здрасте. Сегодня? А как? Когда? Ну? Скользкая. Белолёд. Здрасте. Для чего вы делаете? А? Для чего вы делаете это? Просто снимаю. Ну вы, наверное, разрешение должны спросить или как? Нет, в общественных местах не обязательно. Ну вы мое лицо засняли? Ну заснял. Вы спросите. Если вы не снимаете, не должны спросить. Не обязательно. Вот. Веники продают там, в баню. А веники почем? Да, кто не успел заготовить, приходите за вениками, да? Всегда здесь, возле входа. Веники в баню, говорю, по 70 рублей пара, да? Да. Ну, кто не успел, сюда пускай приходит. Вон и гуси, а гуси почем? 350 килограмм, 1000 рублей где-то. А, понятно. Вот, приходите, вот перед входом всегда стоят, да, товарищи? А вы что снимаете? А, рынок. Что в Козловке на рынке есть? Картина уничтожена. Вот, где находит? Где куда ушла? Здрасте. Сегодня народ, что-то им мало, да? А, рынок снимаю. На соревнования, что ли, все? Транзит-сити, там плавание проходит в Фоке. Нет, не хочу арестовать. И народу сегодня что-то маловато. Ну, уже после 12. Пройдемся только туда-сюда. Здесь особо ходить нечего, одно и то же. Везде. Здравствуйте. Let's go.
Стас, я говорю, дома говорили. Стас, думаю, на базар сходи. Вот, только потемнее, да. Скользко очень. Здравствуйте. Привет. Вот тоже хочу попасть. Да? Ну вот, скажите, как Козловки на рынке? Люди хотят посмотреть. Что им хотите пожелать? Хотим пожелать всего хорошего. Городу Козловки. Рынок хороший, но плохо то, что здесь очень гололедно. И ходить нам неудобно. Могли бы песочку посыпать. Администрация, привет. Хорошо. Спасибо. А до свидания. Люди попросили, снимите, говорит. Лед. Ну, лед. Нет, лед, не рынок все, попросили, знаешь, снять. Вот так все ходят. Ну вот что-то с гипсом много людей ходит. Ну, не сыпят везде. Ну не только же здесь. Бы, пускай знают. Пускай знают. Поэтому привет большой передала администрации, чтобы знали. Хорошо. Ладно, спасибо. Ладно, пожалуйста. Вот одно и то же здесь. Как везде на рынках. Да? А что снимаете? Да, рынок. Просто. Обзор рынка Козловки. Что интересного? Вот это гололед. А ну давайте снимем гололед. Как покупатели падают. Очень сильно падают. И никаких этот не принимают. Хорошо. Вот не вы первый местный житель сейчас тоже сказал. Ага. Я еще сама 4 пачки сегодня соли купила. Сама побрызгала утром вот здесь, чтобы более-менее ходили. А так вообще караул. Не скользко. Только сыпать надо. Вообще вот караул. Не надо. Караул? Да, да вообще ужасно. Интересного? Скользко. Как у нас в коньках? Да, в сюда приходить. Да. Я футболку пошла, купила. Ну как везде, в принципе, одно и то же на рынках, да? Ну все, ничего. Весь рынок скользкий, вообще караул. Не осыпается. Ну хоть бы лопатку вот так раскалывали бы. Да было не... бы еще, ну как-то, хоть более-менее. Идешь, не поднимая ноги. Да, боишься упасть. Вон с гипсом я сколько детей видал сегодня. Давай здрасте. Ну нет, и так ты можешь будет, ну то есть. На один раз место дико. Здравствуйте, товарищи! Обнимашки! Силовашки! Подожди, дышишь? Да. Три раза, да? Вот такой вот рынок у нас. Здравствуйте. Осторожно, скользко, сказали. Спасибо. Сейчас мы можем еще сверху снять рынок. Вот так он выглядит сверху. Сегодня что-то народу маловато.
готовится, наверное, к празднику.